Приветствую вас на канале Hardreset.info, и сегодня я покажу, как на устройстве Alcatel 1S поменять язык клавиатуры. В первую очередь мы заходим в настройки, затем в раздел «Система», «Языки и клавиатура», «Виртуальная клавиатура», «Gboard», «Языки», и нажимаем «Добавить клавиатуру». Перед вами открывается полный список языков, в которых вы можете писать на данном устройстве. Он довольно внушителен. Давайте выберем, к примеру, какой-нибудь такой красивый язык. К примеру, неимоверно длинный список. Могли добавить поиск. Тайский. И нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем написать что-то на тайском языке. И как видите, теперь у нас появилась тайская раскладка. Можем писать на тайском языке. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.